Синоптики обещают нам дождливую рабочую неделю. Как же хорошо, что их прогнозы не всегда сбываются. 4 июня в Сарове утром небольшой дождь, плюс 16. Днем пасмурно, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 14, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21, ночью плюс 16. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В столице пасмурно, утром плюс 15, днем до 25 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.